хрена это было? Мурат Насыров? Тебе сколько лет, дядя? Ты кто нахрен такой? Поверить будет сложно, но я это ты из другой вселенной. А почему у нас голоса разные? Потому что мы мультивселенная. Короче, твоя жопа сейчас находится в большой опасности. И что грозит моей жопе? Слышал про муки ада? Допустим. Так вот, это оптимистичный вариант. А, -а, -а я тебя понял. Цифры на обратной стороне карты я тебе не скажу, так что пошел-ка ты в жопу. Сука, задолбали мне уже звонить. Какого хрена сейчас произошло? А что сейчас произошло? Какой-то псих в костюме чумного доктора зарезал девушку на улице. Это, очевидно, 49-й. Лучше ему не попадаться на глаза. Но если он тебя все-таки заметит, клятвенно обещаю, что у тебя есть прививка от поветрия, ты пьешь кальций и ты никогда, слышишь меня, ты никогда не мочил манту. Так, хорошо, допустим. А я могу еще встретить какую-нибудь тварь, которая выцарапает мне глаза? Ну, шанс не нулевой. И с какой нечистью я могу встретиться? Ну, с богами, бессмертными существами, суперкомпьютерами, вирусами, насекомыми, опасной техникой, безумными психопатами и с маленькой желтой уточкой. Нет, только не уточка. Я их до устрачки боюсь. Откуда это говно вообще полезло? Ну, если опустить до хрена умных терминов, то они сюда попали из альтернативных миров. И хер ли они тут забыли? Ну, это единственный мир, в котором не существует фонда. Какого фонда? Спидвагона? Ты чё, мать твою, несешь? Господи, жижи и тут существует. Ладно, неважно. Я из фонда SCP. Это тайная организация, которая находит, сдерживает и изучает аномалии. И зачем мне эта информация? Чтобы выжить, придурок. Ведь каждому объекту нужен свой подход, которого ты не знаешь. На 96-го нельзя смотреть, со 173-го нельзя сводить глаз. Поэтому я с тобой связался. В вашем мире не существует SCP-объектов. Ну или, по крайней мере, не существовало. Я должен тебе рассказать про всю нашу организацию, чтобы с этим опытом вы смогли противостоять этой гадости. Ты можешь мне все просто-напросто объяснить? Смотри. Куда? Телефон. Мир, который ты привык видеть, это лишь капля в космосе по сравнению с общей частью Вселенной. Таких же миров, как этот, существует огромное количество. Они могут отличаться как незначительно, так и кардинально. Где-то отличий практически нет, а где-то основа органической формы жизни это не углерод. Но даже у отличающихся вселенных есть свои так называемые контрольные точки события, которые в разном виде происходят более-менее в похожих мирах. То есть в соседнем мире три года назад случилось из-за нарушений содержания одного вируса из-за чего погибло много людей. Ну у нас тоже такое было, но в вашем мире не существует фонда. Чего у вас случилось? Один китаец съел летучую мышь. Да, в вселенная. Так ты не объяснил нормально. Что за фон? Что за цифры? Что за условия содержания? Окей, смотри, твоя вселенная особенная, потому что она является важной частью всего мироздания. Когда я говорил, что в вашем мире не существует фонда я слукавил. Ведь он существует в виде сайта, на котором публикуются статьи настоящих объектов фонда. И пишут их те же люди, которые в нашем мире являются высокопоставленными людьми в организации. Но как такое возможно? Научный термин, научный термин, научный термин. мультивселенная. Вспомни половину научной фантастики за последние 20 лет. Твои сны это твое видение себя же в другом мире. Дежавю и все другие манипуляции с реальностью, правда. Я к этому еще приду. Но чтобы понять, как все это в общем работает, ты должен знать, как в вашей вселенной начал работать сайт SCP Foundation. И начинается все с места, где есть столько же хорошего, сколько и плохого. С Там на ветке с паранормальным был опубликован пост. Пост содержал описание некого объекта SCP-173 скульптура и условия его содержания. Если прочитать текст статьи, то кажется, что это какая-то фигня. Агрессивная статуя из бетонной арматуры, на которую нельзя смотреть. Звучит как бред. А потом ты смотришь на приложенную фотографию, и улыбка как-то спадает с твоего лица. Но это действительно скульптура. Но этого недостаточно, чтобы напугать. Тогда читаем дальше. Каждый, кто в зоне его досягаемости перестает на него смотреть, мгновенно умрет. Вот так выглядел самый первый объект SCP. Знаешь, мне теперь многое понятно. И что именно тебе понятно? Ничего, думал, получится за умного сойти. Не прокнуло? Не прокнуло. Но на самом деле эта история вызвала у меня очень много вопросов. История чем-то сильно цепанула юзеров имиджборда. Скульптура стала хоть и ненадолго, но крипипастой. Ее писали на других сайтах, в других ветках и в других имиджбордах. Ты да даже в этой же ветке форума кто-то тупо перефразировал эту же статью и приписал ей номер 246. Люди прониклись этой историей. И вот это для меня является первой загадкой SCP-173. Как он мог стать таким популярным при том факте, что у него 0% оригинальности. В смысле? Ну, смотри, сам концепт именно скульптуры или статуи, которая нападает на тебя, когда ты моргаешь или отворачиваешься, была начисто слизана с 10 серии третьего сезона «Доктора Кто», который так и называется «Не моргай». Далее сама подача. На момент 2007 года было множество крипипаст, написанных в стиле отчетов, рапортов или других официальных записей. Русский эксперимент со сном, дом Дианеи, причем они выходили примерно в то же время. То есть сам стиль подачи, это по большому счету влияние жанра крипипасты того времени. А фотка? А как же фотка? Мне просто смотреть на нее жутко, не говоря уже о том, чтобы ее. Ты че орешь? Да я вот смотрю на нее. Это все лишь фотка. Че ты как мелкая 12-летняя... Да смотрю сейчас на нее, она передо мной стоит. О, сука, слушай внимательно. Ни в коем случае не отводи взгляд и не моргай. Потихоньку отходи назад и... А что это? Это кусок бетона с арматурами внутри. Ты правда думаешь, что это... Сработало. Сра... Что? Ну, она отвернулась. Тогда беги так, как никогда не бегал. Объект SCP-173. Скульптура. Класс объекта Евклид. Как можно понять из названия, скульптура агрессивная к человечеству. Убивает людей быстрым ударом по шее, если человек перестал на него смотреть. Источник такой силы и скорости неизвестен. Опасен для человечества. При нахождении способа ликвидации уничтожить. Ты как? Нормально. Так что там с фоткой? А, ну, эта скульптура действительно существует. Та сука, я знаю. Не, я имел в виду безобидную скульптуру Идзумиката. Он ее создал в 2004 году. Она до сих пор стоит где-то в японском музее. И это просто скульптура, просто экспонат э, неопределенной для меня творческой направленности. То есть ничего из изначальной истории не является хоть сколько-нибудь оригинальным. И даже несмотря на это, она определенно была популярной. Ты сказал, что это лишь одна из загадок этого поста. Есть другие. Сможешь мне сказать, почему? Почему были взяты именно буквы SCP? Ну, я не знаю. Звучит прикольно. А у этого была предыстория. В том-то и дело, что нет, сам по себе фонд, как сборник рассказов, это олицетворение творческой энтропии. Почему оригинальный автор статьи выбрал именно буквы С, C и P? Почему именно номер 173? Буквально никто не знает. Когда автор объявился в следующий раз на той же ветке форума, были написаны уже пару десятков статей в том же стиле. Он сказал, блин, круто делаете и пропал с радаров. Никто не задавался этим вопросом, ибо какая нафиг разница? Люди уже сами придумали решение организации сами выбрали чем она по сути будет причем просто выбором названия саму расшифровку SCP придумали быстро это особые условия содержания но вот какого сорта это будет собрание людей решили уже голосованием изначально был SCP Sirius потом думали переименовать The SCP Front но коллегиально было принято решение назваться SCP Foundation И, как по мне это название подходит идеально но я про это расскажу позже типа задумайся общее направление, стиль, лор, все началось с одного поста хрен знает кого. А дальше все делали разные люди, просто придерживаясь одного конкретного концепта. Каким бы объект не был, у него должны быть особые условия содержания. А далее всю эту историю решили перенести на отдельный сайт, чтобы, во-первых, ничего не терялось, а во-вторых, чтобы не мешать общению людей с Фочана, не заинтересованных в теме. И все это переехало на Edit This. Там же были написаны уже классические статьи, как сложно убиваемая рептилия или старик. Их написал доктор Гирс. Самые активные авторы статей вписывали себя в лор вселенной. Как выше описанный доктор Гирс или профессор Кейн Пафос Кроу, который написал такие статьи, как Кайн и Маска одержимости, и выглядит он вот так человек с головой собаки нет это скорее собака сознанием человека сам профессор скрывает причины его внешнего вида но все в фонде его приняли таким какой он есть что ты ржешь но если у него есть девушка то она ему кидает палку или он ей Ладно, продолжай. Так вот, тогда, в 2008 году, сайт начал разрастаться. Читателей становилось все больше, как и статей. И тогда появилась первая популярная статья, написанная на Edit This. Причем настолько популярная, что в честь этой истории был выбран логотип. А не опасно ли из скульптуры делать логотип? А с ты взял, что речь про скульптуру? Ну ты же сказал, что статья стала популярной до ужаса. Ну да, только речь идет о полукошке Джози. И что это? полукошка по имени Джози. Названия могут быть очевидными. Названия могут быть очевидными, да. Так вот, как и всегда в интернете, кошка стала популярной вещью на сайте, и в честь нее сделали логотип. И все было хорошо, если бы не было так плохо. Изначально для привлечения максимального числа читателей никто не редактировал статьи. То есть, если бы вы хотели написать про объект например, проклятый андроид, который бы менял в ваших телефонах классическую цифровую клавиатуру на аналоговую, то вам ничего не мешало бы это сделать. Приходи и пиши. Из чего вылезла проблема огромного количества дерьмовых статей. А удалять их мог только администратор, который куда-то пропал. А из-за огромного количества дерьмовых статей вытекает другая проблема. Во всех них не было Единообразие, не было общей формы, как это все должно выглядеть, не было критериев условий содержания, не было общепринятой системы измерения. Каждый мог не только писать статьи, но и редактировать чужие. Но самой большой проблемой было то, что сообщество так и не договорилось, в каком стилистическом направлении будет развиваться их вселенная. То есть, будет ли это набором хоррор-историй или сборником черного юмора категории Б. И даже у руководства о том, как писать статьи, не помогало. Ведь оно находилось в самом низу сайта, и до него чаще всего никто просто не доходил. А с марта того же года сообщество договорилось использовать систему C и округлять значения хотя бы до десятых. Ведь некоторые авторы так преисполнились графоманством, что могли написать условно вот такие показатели, а потом приписать... Примерно. Также люди обозначили отдельный класс D, который в фонде был по сути пушечным мясом. А также появился Совет О5 это объединение авторов, которое занималось редактированием сайта и удалением плохих работ. Причем совет O5 стал большой частью лора во вселенной SCP благодаря полной властью в фонде. И все бы так дальше и продолжалось, но люди больше не могли игнорировать слона в посудной лавке. Edit this был дерьмовым сайтом для публикации статей. Да и деньги на содержание этого сайта быстро заканчивались. Так что весь фонд переехал на хостинг Викидот и сделал это администратор. Человек, ответственный за функционирование сайта и, как вы могли догадаться, еще одна часть вселенной SCP. Тогда, кстати, подзаголовок у организации был чутка другой. The Found, Contained and Protect, а не совсем знакомая Secure, Contained, Protect. Но это мелочи. Слушай, это все, конечно, хорошо, но я все еще в душе никакую. Как скучный и душный отчет, написанный юридическим языком, может хоть кого-то напугать? А вот это, друг мой, самое интересное. В этих статьях существует... Погоди. Там ноет кто-то. А можно потише, пожалуйста? А кто это был? Трехметровый лысый ребенок Альбинос. То есть, тебя это описание странным не показалось? А ты прав. Дети не могут быть скинхедами. Беги оттуда, это, скорее всего, скромник. Главное, не смотри на его лицо. А если все-таки посмотришь, скажи, что он сасный. А это сработает? Я не знаю, никто не пробовал. Объект SCP-096. Скромник. Класс объекта Евклид. Гомоноид с бледной кожей. Рост почти 2,5 метра. Обладает чудовищной силой и скоростью. Наши пули его не берут. Нападает на каждого, кто посмотрит на его лицо, даже если это фото. Как он находит человека, посмотревшего на него, неизвестно. Опасен для человечества. При нахождении способа ликвидации уничтожить. Так что там в этих статьях? В этих статьях существуют две противоположности, которые по отдельности не нравятся никому, но вместе именно в этих рассказах они работают. Речь о бюрократии и недосказанности. Каждая статья написана научным языком, каждая статья идет по конкретному шаблону, и каждая же статья пытается пугать по-своему. Все начинается с номера объекта и условий его содержания. Основных классов три – Безопасный, Евклид и Кетер. И вот это первая ловушка, в которую попадает читатель. Ведь то, что условия объекта безопасны, еще не означает, что сам по себе объект безопасный. Например, SCP-3118 «Обеденный пистолет». Это обычная берета М9. Она стреляет пулями и может кого-то убить. Но при условии, если вы будете стрелять не в голову. Ведь если вы будете стрелять в голову, то пуля превратится в пищу, которую пострадавший когда-либо ел на обед. В этом-то и прикол. Если класс объекта безопасный, то это не означает, что сам объект вам не причинит вреда. А если условия содержания очень серьезные, то это не означает, что объект по щелчку Таноса испопелит всю планету. К примеру, SCP-271 диск с надписями. Морок с его содержанием заключается в том, что вместе его пребывания со временем все становится металлическим. И на этом металле появляются надписи, аналогичные диску. А важность вот этого вот всего заключается в том, что после того, как ты прочитал название объекта, ты читаешь условия содержания, которые с одной стороны о чем-то все-таки говорит об объекте, а с другой ты не можешь догадаться, что же все-таки это за объект, пока не прочитаешь его полное описание. У меня сейчас будет странная метафора, но мне кажется она справедливая. Скажи, в вашем мире есть Джон Уик? Да, прикольный фильм. А, и мне нравится док Стоп, что? Так вот, перед тем, как нам показать весь боевой потенциал бывшего наемника, нам показывают, как матерые мафиозники трясутся в страхе только от его имени. Вот тут также Ты пока читаешь статью, знакомишься с условиями содержания, вообще нахрен не понимаешь, что это представляет объект. Но ты вот видишь, что максимальная система защиты нужна. Или ежемесячные жертвоприношения, или пятиметровый куб, созданный из фантиков в Твикс. Господи, да какая тварь там обитает? То есть, вовлеченность в историю возникает еще до того, как ты поймешь, в чем цимис этой истории. И с точки зрения лора это имеет смысл, потому что сотрудникам фонда в момент нахождения рядом с ним важнее знать, как эту тварь сдержать, а не то, чем она является. Так бюрократия и работает на вовлечение читателей в историю. Оттого и фонд, как общее название сайта, по моему мнению, подходит лучше. Ведь это звучит как серьезная организация со своей иерархией, правилами и ответственными за соблюдение этих правил. А при чем тут недосказанность? М -м, ну смотри, когда ты читаешь эти истории, ты соглашаешься с одним очень важным условием. Ты соглашаешься с тем, что некоторые вещи тебе никто не будет объяснять. Взять, к примеру, классику, скульптуру. Кто ее создал? Как ее смогли привести в фонд? Как она убивает людей? Зачем она их убивает? Как она понимает, что на нее смотрят? Вопросов! море, но никто не планирует тебе дать на них ответ. Потому что в этом и смысл. Это неведомое говно, и тыковым оно и остается. И ты должен это принять. Скульптура жуткая именно потому, что никто не знает, что это и как оно двигается. Также, чтобы недосказанность полностью слилась в бюрократии, надо вытащить из текста куски информации. Так появилась знаменитая мемная. И оно добавляет ту самую недосказанность в тексте. Еще на это играют прикрепленные файлы, которые тоже зачастую обрывистые. Расшифровки интервью неполные, аудио или видеофайлы побиты, фотографии потерты. Сколько объект убил людей? Как можно его уничтожить? Как можно его распознать? Где он сейчас находится? Он стоит у меня за спиной? Чего у тебя случилось? Да, я так преисполнился страшными историями, что телефон уронил. Фига ты пугливый. Знаешь что? Иди-ка ты в жопу. В жопу идет твой фон, ты и твои условия содержания это сраная сова. Братан, у тебя жопа наизнанку вывернулась. Успокойся, подыши. Не надо меня успокаивать. Я и так пропустил сегодня прием глицина. Погоди, какая нахрен сова? Да, какой-то стрит арт саны. В виде совы? В виде совы, жуткая, слушай. Сука, это 1155. Беги оттуда! Объект SCP-1155. Хищный стрит-арт. Класс объекта Кеттер. Граффити в виде получеловека полусовые. Прячется в укромных городских закутках и нападает на мимо проходящих одиночек. Опасен для человечества. При нахождении способа ликвидации уничтожить. Меня так скоро кондрашка хватит, а никакой глицин мои нервы не восстановит. Что вообще может быть опасным в вашем мире? Все. Звучит удручающе. Да, какой удручающий? Ты от трех Евклидов сбежал. А 99% людей не переживает даже зрительный контакт с ними. Что еще за Евклид? Класс объекта, ах, да я ж тебе про них не рассказывал по большому счету. Это то, что было придумано еще во времена Зис. Класс объекта вносил немного единообразия в стиль фонда и придавал общему виду реальности, что ли. Ведь у любой крупной организации есть свои собственные меры измерения всего. Ну и совершенно логично, что как минимум степень опасности объекта объекта надо как-то обозначить. И на тот момент было придумано три класса. Безопасный, Евклид и Кетер. И как понять, какой объект для какого класса подходит? Ну, для этого был предложен мысленный эксперимент с коробкой. Если объект можно положить в коробку и он будет тихо мирно в ней лежать, то объект будет безопасного класса. Тут важно понять, что речь идет не про сам объект, а про его условия содержания. Например, SCP-458, бесконечная коробка с пиццей. И это бесконечная коробка спицей. И ничего опасного в ней нет. Кроме ожирения. Кроме ожирения. Если ее положить в закрытую комнату, то она просто будет лежать и ничего не делать. Ведь это всего лишь коробка спицы. Но также в безопасном классе находится пушка молекулярного расщепления времен Вов. Звучит небезопасно. Потому что так и есть. Это огромная гаубица массы в 251 тонну. А ее снаряды делают очень большой. Бум. Опасна ли эта фигня? Определенно да. Но по факту это просто цилиндрический кусок металла на колесиках. Если ее не трогать, то никакой опасности она себе не представляет. А дальше что? А дальше идет Евклид. И вот тут начинается что-то интересное. Ведь объект в этом классе уже куда более опасный. То есть если поместить объект в коробку, то он попытается из него выбраться и навредить тем, кто пытается его запихнуть в эту коробку. Данный класс объектов уже сам по себе может представлять опасность сотрудников фонда, а также всем объектам, обладающим сознанием, автоматически присваивается класс Евклид. Но не все Евклиды при встрече хотят съесть тебе лицо, например, объект SCP-426 Тостер. То есть... Я Тостер. Я обычный Тостер каких тысячи. Я питаюсь от розетки вкусным электричеством. И каждый, кто будет говорить обо мне, начнет говорить о себе как о тостере. Братишка, я тебе покушать пожарю. У тебя шифер свистеть начал. А, нет, просто объект дурацкий. Надо было привести в пример что-то другое. Так вот, сам объект по себе не кусается, но лучше бы его спрятать куда поглубже и никого к нему не подпускать. ибо гадость редкостная. А также Евклидом является сегодня встреченный тобой скромник. И вот эта гадость может выкосить целый город. И, возможно, даже не один. Ой, хорош жуть и нагонять. Откуда ты это знаешь? Ну, было пару прецедентов. Ох. Да. Остается последний класс. Кетер. И если его положить в коробку, то он мгновенно выберется и устроит апокалипсис. Объект может не только рвать все направо и налево, но еще на его содержание необходимо тратить огромные ресурсы. Кетером может быть что угодно, боги, вирусы или существа столь огромные, что даже малейшие их движения может привести к смерти всего человечества. И вот сайт обрел свой незыблемый стилистический вид. У него были свои так называемые монстры с витрины, тот же скромник, скульптура или чумной доктор. Был свой инструментарий по написанию статей и гайды, как их писать и каких рамок придерживаться. И даже с аудиторией фонду повезло, кто-то сделал страничку организации на сайте ТВ Тропес. И ряды новичков стали быстро пополняться. И те времена первые тысячи объектов многие считают золотыми. Ведь сидром утенка никто не отменял. Но одна проблема гигантским слоном стояла в комнате. На сайте все еще было огромное количество дерьмовых статей. Либо глупых до ужаса, как, например, списанный SCP-106 Взрывная женщина. Она подходила к рандомным людям, э, засовывала им палец в пупок и взрывалась. Благо этот объект списали, и под 106 номером сейчас находится популярный объект старик, который сквозь стены ходит и гниет. Ну, звучит тоже как бред. Хотя хоррор статья гниющий дед звучит лучше. Было бы совсем забавно, если бы он ходил сквозь стену и засовывал палец в пупок. И взрывался бы потом. Объект SCP-106. Старик. Класс объекта Кетер. Гуманоидное существо, способное проходить сквозь стены. Питается людьми. Опасен для человечества. При нахождении способа ликвидации уничтожить. Алло, ты тут? Да. А случилось ты что? Да на меня этот дед выпрыгнул. Сожрать хотел. Вонял, сука, как все помойки сразу. А как... Ты от него сбежал? Сказал, что сегодня пенсия. Но ну, он и побежал в собес за получкой. Да, дед он и в другой вселенной дед. Так что ты там говорил о дерьмовых статьях? А, ну да. Их было очень много, а от дебильных вроде взрывающихся женщин до мэрисьюшных. Типа, вот это существо теперь самое сильное и разрушительное во вселенной SCP. А через пару дней приходил новый пользователь и писал, еще более сильное и жуткое существо. И продолжаться так больше не могло. Какой-никакой контроль качества на сайте был быть обязан а то хорошие статьи утонут в тоне дерьмовых. И у доктора Клефа бельмом на глазу был один конкретный объект. SCP-239 Дитя Ведьмы. И вот тут ситуация двоякая. Ну, я понимаю позицию Клефа. Потому что данный объект это действительно Мэри в худшем понимании этого термина. Ведь SCP-239 это девочка, способная материализовать все в мире силой мысли. Даже неосознанно. Если она захочет, чтобы континент исчез, она это сделает. Если она захочет вторую луну на небе, она ее получит. То есть речь идет о таком уровне Мэри Сью персонажа. Блин, вот ты говоришь Мэри Сью, а что это значит? Те что, в гугле забанили? Ну да, есть постановление суда. Ш что? Господи, что ты гуглил? Это долгое и неинтересное. Да ты уже. Мне сказали, что в Роблоксе снимают лучшую парню. Так, стоп. Я сделаю вид, что этого не слышал, и поясню, что Мэри Сью — это либо сверхсильный, либо сверхудачливый персонаж, у которого все получается с легкостью. Вот теперь понятно. Но так и в чем двойственность? Это объективно скучный всесильный персонаж, который плохо вписывается во вселенную. Вот в том-то и дело. Доктор Кондраки, человек, написавший этот объект, обладал какой-никакой фантазией и, судя по документу, придумал, как ее Мэри обыграть. Он заставил поверить ребенка, что она ведьма. Обычная такая, знаешь, ведьма с палочкой, черным платьем и большой дурацкой шляпой. И она должна использовать заклинания только из книги заклинаний, в которой есть более-менее безобидная магия. Вроде заклинаний, что меняет прическу, меняет цвет у фруктов или спавнит газировку. То есть, вроде как персонаж все еще всесильный, но это умение обыграли. Клев в ней видел только зло и хотел каким-либо образом от нее избавиться. И выразил это намерение публично. Вот только у доктора Кондраки SCP-239 была любимицей, и тогда он связался с Клифом и сказал, что примет меры по защите своего объекта. И к нему было сделано дополнение SCP-239-B «Инцидент Клев Кондраки» или, проще говоря, рассказ «Война докторов». Эпичное полотно про противостояние двух полярных мнений, в процессе которого было уничтожено некоторые популярные объекты, а девочка погружена в кому. И это было очень хорошо встречено читателями. Ведь это прикольная история в вакууме, запоминающимися с ценами, эта мелкая тварь чуть наш мир нафиг не уничтожила. Но тем не менее, это решало вопрос со списанием объектов. Ну и на ходу конец это развлекало посетителей сайта. То есть всем этот ивент понравился. Ну и видимо все забыли об этой истории, потому что в 2014 году появился вот ровно такой же объект. SCP-2006, слишком страшный. Типа это существо, которое превращается в то, что пугает людей. Если человек будет бояться, я не знаю, планету убийц, то он в нее превратится. Поэтому его держат в запертой комнате и показывают ужастики 40-х-50-х годов с дурацкими костюмами в масках. Ведь такие... Монстры никого уже не пугают. Значит, все-таки дело не в самом объекте, а в точке зрения на него. Так, а на что повлиял-то этот рассказ? Ну, появилась система списаний. Выбирали непопулярные объекты с низкой оценкой, придумывали историю уничтожения и добавляли ее в архив на память. И вроде как эта вещь хорошая, с одной стороны. А с другой случился эффект бабочки. Теперь люди создавали не мэрисью объекты, а мэрисью исследователей. И наглядным примером стал рассказ Князь до рассвета. И чтобы примерно понимать общий вайп этой истории, просто представь, что эту историю написал Александр Невский про Александра Невского, но во вселенной SCP. Типа там Писаков выставляет попытку убить вампира кошачьим мочой, как 4 к ход Вот настолько она дурацкая. И вот таких вот кривеньких списаний было много. Также стоит отметить, что примерно в это время появился Лол Фонд, где все написанные статьи и рассказы были больше юмористическими, чем серьезными. И все это оставалось частью канона, потому что происходило в альтернативной вселенной. Как моя вселенная, да, как твоя вселенная. Лол фонд стал одним из альтернативных хабов с историями. Позже появились и другие не менее интересные, чем каноничная ветка. Вроде вселенной сорванного маскарада, где фонд рассекретили или хаб Конец смерти, где ученые случайно уничтожили концепцию смерти в принципе. И теперь никто не умирает, а только очень медленно гниет вовнутрь. Так или иначе, фонд развивался в разные стороны. Обычные читатели видели много жуткого и интересного, а со стороны модерации была жуткая грязня за видение художественного стиля фонда, скандалы, споры, увольнение старых модераторов, наем новых модераторов. Говорить подробно об этом не буду, ибо это чистая Санта-Барбара. А 11 октября 2011 года был опубликован 999 объект. И тогда администрация решила устроить конкурс на тысячный объект. Кто напишет крутой мифологический объект, тот и получит круглую цифру в организации. Тогда победил снежный человек, но и другие призовые места тоже заняли свое место, но уже без крутой цифры в названии. Это стало традицией, и с этого момента на роль тысячного объекта боролись разные авторы в конкурсе. Я заострю внимание на вещи, которая больше всего популяризировала фон в то время. На играх. Именно ролевые. Ну, именно, ну, на ролевых, не тех, но, как, как на ролевых, типа, на ролевых играх, типа. Короче, в 2010 году некоторые активные участники устраивали ролевые ивенты, что очень сильно бустило узнаваемость организации. Но первой большой волной популярности, так сказать, извне сайт накрыло в 2011 году. Ведь активный участник сайта Vax сделал... Прозвучит странно, но... Карту фонда SCP в Майнкрафте. И это заинтересовало многих, ведь заспавнившись на сервере, вы могли побыть вместе с легендарными докторами и монстрами вселенной. Позже уже сторонние люди запустили свои сервера с этой тематикой и нафаршировали их модами. У я тоже в свое время гуглил Майнкрафт. Ровно так же, как ты гуглил Roblox. Я не хочу поднимать эту тему. А я не хочу знать подробностей. Но по в Майнкрафте стали небольшим волнением перед гигантской бурей популярности фонда, которая случилась в 2012 году. Ну и что ты замолчал? Просто, когда я подхожу к следующему сюжетному блоку, на тебя кто-то нападает, и только после этого я продолжаю рассказ. Ну, вроде никого нет. Прям совсем никого. Да, тут тихо. Ну окей. В 2012 году случилось кое-что невероятное. Хотя я нашел вот этот амулет. Что? Амулет? М да, он такой серебряный с резьбой в виде розочки. Звучит не очень хорошо. Просто убегай. Не оборачивайся, просто убегай. Но ты так раздраконил мой интерес к монстрам фонда, что мне хочется узнать, какая тварь хочет меня убить. Объект SCP-427. Лавкрафтианский амулет. Класс объекта – безопасный. Серебряное украшение на подвеске с целебными свойствами. Необходимо продолжить изучение. Для человечества не опасен. Алло, я тут. Я кое-как сбежал от него. Я уже как будто бы устал удивляться твоей везучести. Ты же понимаешь, что она не будет продолжаться вечно? Главное понять, с чем мы имеем дело и как с этой тварью бороться. Остальное не важно. Так что там было дальше? А дальше постучались оттуда, откуда не ждали. Вот казалось бы, на сайте уже есть супер популярные и узнаваемые объекты. Скромник, чумной доктор, неуязвимая рептилия, да скульптура в конце концов. Но в глобальном интернете завернулся совершенно другой объект. Ведь зафорсился объект, у которого по сути не было лица. Объект SCP-087. Бесконечная лестница. И все. Ты 10 минут спускаешься вниз, дохнешь от скримера. И все. Это вся история. Геймплей был ровно таким же. И осталась бы эта простенькая подделка на Unity в аналах истории, если бы не одно. Но примерно в это время на ютубе царствовал один конкретный жанр. Летсплей, хоррор говна. Если ты тогда был, то ты не мог не видеть эти превьюшки с испуганными лицами блогеров. PewDiePie, Маркиплеер, Куплинов, Хэппи Вульф, Винди, все снимали прохождение этой, по большому счету, простенькой игры. Для справки, за 2008 год на сайт пришло 450 новых юзеров. За 2009 год пришло 530 человек. За 2010 625. А за месяц хайпа по гребаной лестнице на сайт пришло 2000 человек. Это суммарно больше, чем за все время существования сайта до этого момента. Чуть попозже пришло еще больше людей с игры SCP-087B. То есть... Да, эта игра все по тому же объекту, только она чуть более разнообразная. Вместо скучной лестницы был чуть менее скучный лабиринт, который постепенно спускался вниз. А также вместо одного скримера было уже три монстра. И опять же, да, эти игры сильно бустанули узнаваемость фонда. Да, благодаря ним пришло много новой крови. Но, все мое вышеописанное это только капля в море по сравнению с той волной, которая захлестнула сайт после публикации SCP Containment Breach. Если про лестницу снимали только некоторые летсплейщики, то вот в эту игру играли вообще все. Некоторые даже каналы создавали исключительно для этой игры. А чего в этой игре такого, раз она так расхайпилась? Главный прикол в том, что Containment Bridge через видеоигровой опыт дает тебе почувствовать настоящий вайп фонда. Ты начинаешь агентом класса D под номером 9341. Нас сопровождают дяди с пушками к месту обитания SCP-173, чтобы мы убирали за ним шоколад. Случается название игры, то есть нарушение условий содержания объекта, и фонд превращается в survival horror в котором ты кусок мяса это лучшее характеризующие те описание дел руку топающих у тебя в руках так что если ты хочешь жить Пытайся выжить. Казалось бы, Resident Evil вышел 30 лет назад. Чем она так цепанула игроков? Вспомни то, что я говорил какое-то время назад про структуру текста, манеру подачи. Так вот, а теперь умножь все это на 10, потому что эти же страницы есть в игре. И сначала ты их читаешь ранее кал, потом выдыхаешь и читаешь уже вдумчиво. Ведь в этой странице есть инфа, как тебе пережить встречу с плюшевым мишкой. И тебе надо это знать, потому что так или иначе этого плюшевого гандона ты встретишь. То есть главное, что играет на погружение это с любовью перенесенные объекты в игру. Тот же плюшевый кусок говна, скромник, скульптура, кофейный автомат и так далее. Причем важно, тут есть как объекты, что съедят тебя с говном, так и безобидные штуки вроде коровьего колокольчика, периферийного прыгуна и призрака в унитазе. И чтобы вертеть жопы, ты должен читать про них статьи и запоминать паттерн. Кто безобидный, на кого нельзя смотреть, с кого нельзя отрывать взгляда, от кого бежать, от кого прятаться? А в игровой форме, к стилистике быстро привыкаешь. Да в игре есть даже игровые механики предназначены исключительно для единичных объектов, вроде механики моргания. Сами додумайтесь для кого. И вот тебе уже известно, кто прячется под конкретным номером, что он из себя представляет, как его дефать, и ты вливаешься во все это. А потом, рано или поздно, ты изучишь игру. Ты быстро находишь все карточки, поименно знаешь все объекты, но тебе хочется еще чего-то подобного. И о ужас, какое везение, на сайте фонда уже больше тысячи таких объектов, сиди да изучай. И это тот редкий случай, когда в фандом залетело много людей, а люди, ответственные за контент, не пошли высирать его из жопы, лишь бы сделать побольше, а просто дали ту тонну контента, который они уже нагенерировали. Хочешь, читай статьи, хочешь, читай хабы, хочешь, читай рассказы или изучай сторонние организации во вселенной фонда. И люди начали активно это делать. То есть игра по своей сути дала наглядный срез того, что из себя представляет фонд в интерактивном формате. И люди были от этого в восторге. И это на самом деле такой очевидный и способ повлечь людей в комьюнити, что я не понимаю, почему люди раньше не сделали эту игру. Что ты имеешь в виду? Ну вот ты мне внимательно слушал, что из себя представляет фонд? Библиотека с нарочино душным для чтения текстом. Звучит, конечно, грубо, но по факту так и есть. Да, текст таковым и задумывался, да, там есть много чего жуткого и интересного, но как ты сможешь это продать незаинтересованному человеку? Чел, просто посиди, почитай придуманные отчеты на около юридическом языке, да он вина на лапке ложку вскроет. А вот если тебе дать возможность прям повстречаться с этим объектами в игре то так привлечь человека в фандом куда проще ну и судя по статистике это действительно стало первой по-настоящему большой волной популярности слушай это конечно все хорошо но мне кажется я кое-что упустил в смысле про сам фонд ты мне рассказал так про его историю тоже мы только на середине ну допустим про рассказы ты мне поведал ну да но ты вскользь упомянул организации помимо фонда о, это вообще отдельный разговор, к которому ты уже, наверное, готов. Ну, наверное, да, я не курю, пацаны, сигарет нет. Чё там у тебя? Да стрельнуть хотели, а у меня пару штук для себя осталось. Так что? Ну, смотри, все началось с... Объект SCP-650. Поразительная статуя. Класс объекта Евклид. Черная статуя без лица и кистей. Без потери зрительного контакта телепортируется за спину и принимает угрожающую позу. Для человечества не опасен. Закрыть в хорошо охраняемом помещении. Алло, алло, ты меня слышишь? Да, сорян, у меня телефон из руки выскользнул. Поднеси ближе к экрану. Зачем? Просто сделай это. Растяпа. Да пошел ты. Сорян, я не смог отказать я в этом удовольствии. Давай уже ближе к делу. Ладно, ладно, организации. Их достаточно много, про все я говорить не буду. Много? Как в выдуманной вселенной может быть больше двух или трех организаций? Две-три, говоришь? Ну ладно, перечислите две-три организации. Ну, будь любезен. <coughs> Глобальная культная коалиция, длань змеи, инициатива, горизонт, коллектив, анир, корпорация, лаборатория Прометея, отдел необычных происшествий, повстанцы хаоса, пятая церковь. Ну хватит, я понял. Хорошо, хорошо. Церковь разбитого Бога, саркастический культ университета Алексеева, церковь второго хитота. Да, все, все, понял я. Отлично, хорошо, я понял тебя. Чикаго спереди Черная королева инициатива Трилунный цирк всего тревожного гермина Фуллера Геймера против травки. Но ну, это ты уже из головы берешь. А вот и нет, это все реально существующие организации внутри Вселенной фонда. А откуда их столько? Ну тут почти такая же тема, как и с хабами. Есть отдельные разделы на сайте, где можно почитать подробнее о данных организациях. Вот только если хаб того же сорванного Маскарада это отдельная вселенная, то эти организации находятся в каноне по большей части. Некоторые такие просочились из других вселенных. Одной из первых такой стала контора повстанцы Хаоса. Когда-то эти ребята были частью фонда, но потом отделились. Там долгая история, так что если коротко, они занимаются тем же, чем и сам фонд. Кроме того, что часто тупо его грабят, чтобы обзавестись новыми объектами, но по сути занимаются тем же, только повстанцы используют сами объекты для нахождения и ликвидации других объектов. И таким образом мир фонда уже не кажется таким уж и Плоским. Просто обычно в таких историях все звучит довольно глупо. Что есть одна контора, которая охраняет мир от потустороннего, а весь мир тупо в глаза долбится. Тут все не так. Сами авторы часто ссылаются на какие-то организации, чтобы их собственная история или объект казались куда более убедительными. Или же наоборот, создавая какой-нибудь объект, автор может придумать замешанную с объектом организацию, а другие авторы продолжат наполнять эту задумку контентом. А эти организации ООО или ОАО? Да нет, это просто общее обозначение социального института. Ведь тут есть как реальные организации, как Колледж Дир или Глобальная оккультная коалиция, также есть реально ОАО, то есть бизнесы рассчитанные на прибыль вроде ресторана Амброуз или Андерсон Роботикс Есть культисты, церковь разбитого бога или саркастический культ Даже есть свое ОПГ, Чикаго Спирит А есть просто небольшие хабы, в которых объединены несколько объектов и рассказов в одну более-менее сюжетную линию Вроде фабрики, детей Алого Короля, ну и самый известный таким мини-хабом является Мистер Развлечудов Знаешь, звучит прям внушительно ну а что ты не рассказал про ту же фабрику или Алого Короля? Звучит прикольно. Ну, прикол в том, что они по сути есть. Хотя их по сути нет. Звучит мутно. Звучит мутно. Но вот когда я тебе представил концепцию с номером объекта, тебе это не навело ни на какой вопрос. <дит> а, как какать? Я не хочу с тобой общаться. Да ладно тебе, шучу я, успокойся. Если есть 999, значит должен быть 998. А это значит, что должен быть 997. Короче, Склифосовский. По логике надо бы начинать с SCP-001. По сути, с этого должна начинаться организация. Но она началась с 173-го. Так что скрывается под номером 1. А под номером один находится. Я как будто бы этого и ожидал. Да ладно тебе, один раз так пошутить можно. Так что там по первому объекту? Ну, если прямо сейчас пойти читать статью про 001, то ты увидишь засекреченную страницу. И по сути первый объект есть, но он засекречен. Во времена, когда сайт был с логотипом полукошки Джози, статья была закрыта и ждала, когда кто-то напишет что-то действительно крутое, чтобы считаться объектом номером один. Объектом, который должен был стать началом организации. Ну и люди накидали вариантов. От пачки бумаг, буквально до Стража Врат, Алого Короля, Фабрики или классификации фонда как таковой. Но ни один из предложенных вариантов так и не стал каноничным началом истории фонда. А все просто договорились, что эти объекты может есть, а может и нет, а может они в другой вселенной, кто знает. Но так или иначе, в стилистическом смысле, объекты SCP-001 нет. Слушай, я как будто бы почти понял, из чего состоит ваш фонд. Значит, я хорошо рассказал. Хорошо, что в лоре, построенном на бюрократии, больше нет ничего бюрократического. Не так ли? Не так ли? Слушай, не стоит забывать, что у фонда есть внутренние службы. Ой, да ладно тебе. Слушай, я не собираюсь еще и про внутреннее убранство фонда рассказывать. Подробно. Просто согласись, будет странно, что весь мир вокруг фонда прописан, а в самой организации истока Совет О5, Администрация, доктора и класс Д. Ну да, это имеет смысл. Да и сколько их там? Два, три а. Кажется, я снова совершил эту ошибку. Служба административной, медицинской, научной безопасности, производственной логистики, разведки и службы военного трибунала. Да, все это и в пятерочке есть. И военный трибунал. Ты просто никогда не пытался украсть сникерс. Отдел алхимии, искусственного интеллекта, криптозологии, недопонимания, пожаротушения, мифологии фольклора, патофизики, сюрреализма, временных аномалий и нереальности. И это не все. Нет, не все. Но просто знай, что они есть. И с каждым из них связаны какие-либо объекты, и каждый выполняет свою функцию. А еще для изучения у уровни доступа персонала, филиала фонда, учреждений фонда фонда снаряжения, техника бойцов, мог личные дела персонала фонда и классификация особых событий. Когда кому-то в фонде становится скучно писать очередную бабайку, он начинает придумывать систему, в которой данная бабайка могла появиться, или систему, в которой энная бабайка будет изучаться. А если ему вообще не нравится каноничный хаб, он либо пишет статьи и объекты для альтернативных вселенных, либо сам их придумывает. В этом-то и кайф сайта. Ты можешь о -о очень долго читать что-то интересное, но каждый раз о чем-то новом. Заходя по читать про скульптуру, ты узнаешь про другие объекты, в них говорится про совет О5, а там одного из советников пранканул мистер Развлечудов, потом ты читаешь про малых господ и все, теперь тебе интересно узнать, чем занимается департамент мифологии и фольклора. И можно ли из SCP-294 кофейный автомат выцедить кошачью мочу или энергетик монстр со вкусом редбула? Я вот залипал в хабе сорванного маскарада, где фонд рассекретили мир сильно изменился. Одни паранормальные объекты были признаны нормой, другие стали звездами, а фонд начал торговать аномальными товарами потому что бабки сука бабки а что стало с твоим миром это сейчас не имеет значения ну ладно говори что мне делать и закончим уже с этим у меня есть безумное предположение какое если в твоем мире появились объекты плюс-минус в оригинальном виде то может быть может быть в твой мир мог попасть фонд в смысле? Ну я не знаю. Здание фонда какая-нибудь зона содержания типа огромная бетонная коробка, бетонного цвета похоже больше на саркофаг, чем на жилое здание с надписью Не секретный, не фонд, с неаномальными объектами. Ну, я стою перед одним таким зданием. А что на ней написано? Не секретный, не фонд. А, я и говорил Ардуну Крайтону смыть эту первоапрельскую шутку. А когда он ее нанес? В августе. У нас попойка была. Значит смотри, у тебя задача попасть в здание фонда. Не вызывая подозрения. Нам надо разработать сложный план. <связь> Забей я все ограбления в Payday 2 на максимальной сложности прошел в соло с ботами. Так что для меня это плевая задачка. Ты уверен? Я никогда не был в чем-то так уверен. Просто наблюдаю. А следующий объект у нас... Сэр, у нас незаконная попытка прорыва. Опять по станции хаоса? Э, не, не, нет, сэр, об, обычный гражданский. Он напевал мелодию из миссии невыполнимой и пытался отвлечь охранников монетками. Что за мудак? Пока еще не допрашивали. Заперли его в тюрьме, пришли доложить. Ладно, оставьте его. Закончим заседание, потом с ним разберемся. На чем мы там остановились? Ах да, объект под номером... Ты же сказал, что шаришь в этой теме, ты, чмоня. Я не все DLC купил к Payday. Господи, как так-то, а? Ну ты видел, сколько их? Да я не про это тебе говорю. Теперь твой мир превратится в ад, и ты будешь наблюдать за этим от первого лица, сидя в клетке. Ну ты же в этом фонде работаешь сказал бы, что, мол, это ты, цель оправдывает средства. Во-первых, высказывание не в попад. Во-вторых, в этом мире я — это ты, а ты про фон два часа назад узнал, так что это не вариант. Слушай, половина плана уже в деле. Мы уже в фонде, теперь нам надо найти причину, почему вселенная схлопнулась, и найти способ ее расхлопнуть. Знаешь, я никогда не думал, что скажу это, но ты сейчас сидишь на параше. И если ты думаешь, что эта решетка просто откроется, то это значит, что ты конченый, да... Только не говори, что дверь просто открылась. Нет, она отворилась. Похер, пошли отсюда. Слушай, меня тут мучает вопрос. Что тут случилось? А? Не. Как можно написать 5? 7. Окей, okay, 7 тысяч статей про страшных монстров. Неужели глаз не замыливается их читать? Ну, вот если бы фонд выстроил 8 тысяч одинаковых монстров, то тогда претензия была бы валидной. Хочешь сказать, что они разные? Боже мой, да. Типа, как я и говорил, главное, на чем стоит фонд, его визитная карточка, это монстры. И эти монстры до да, ужаса разнообразны. Я не хочу в тысячный раз говорить про скульптуры или деда, так что давай поговорим про других монстров. Например, ну та же рептилия. Архетипичная жуткая хрень размером с автобус, но умная как два квантовых суперкомпьютера. И убить ее невозможно, потому что она сука неуязвимая. Хотя в оригинале она трудно уничтожимая. И чтобы эта гадость никуда не делась, ее держат в гигантской комнате, наполненной кислотой. Чтобы та ее постоянно дамажила, и рептилия тратила хотя бы часть своей энергии на регенерацию а еще она максимально сильно ненавидит человеков. Вот если бы был бы научный термин а «жуткая сраная тварь из моих ночных кошмаров после трех литров кротовухи», то эта гадость была бы референсом к нему. И да, таких чудовищ типа много. Это, как говорится, классика, это, как говорится, знать надо. Такие объекты пугают именно что своей монструозностью. Классические монстры из-под кровати. 5 Тебе жутко просто представить их в полный сука рост, стоящими перед тобой. Но в фонде есть много объектов, которые пугают иначе. В каком смысле иначе? Существуют разные способы напугать? Представь себе, ведь помимо животного страха большие бабайки, можно обратиться к человеческим фобиям, например, к лустрофобии. SCP-1562, горка с туннелями, по факту обычная горка, но если с нее скатиться, то это все еще обычная горка. Но вот если скатиться с нее необычным способом, а именно лежа на животе, головой вперед и руками по швам, тогда под самый конец горки человека телепортирует в очень узкий туннель. Настолько узкий, что невозможно пошевелиться. Вверху темнота, а что внизу увидеть невозможно. Вас никто не слышит, вы обездвижены и вы в таком положении, пока у вас не закончится кислород и сила воли цепляться за жизнь. Страшная смерть при странных обстоятельствах. По-другому и не скажешь. А есть объекты, также работающие на психику? О да, например, SCP-303 человек за дверью. Это жуткая тварь, которая, удивительно, будет стоять за дверью. И никто не может видеть существо полностью, только его часть. И сам факт этого уже пугает. Но если ты попытаешься открыть дверь, чтобы встретиться с ним лично у тебя ничего не получится. При попытке открыть дверь любого человека буквально сковывает страх непонятного происхождения. Причем такой силы, что человек откажется касаться двери под страхом смерти всех его родственников и приставленным к виску пистолетом. То есть объект пугает страхом, что за тобой кто-то наблюдает, а при попытке со страхом встретиться, то ты можешь умереть от страха. Тот момент, когда страшнее страха только страх. А как он выглядит? Ну, в общее описание всех пострадавших пришло к тому, что 303 выглядит как человек без кожи и на лице у него рот. А ну, брысь отсюда. Это ты кому? Да тварь этой. А почему ты ее не испугался? Я в деревне ночью в туалет ходил, а тот находился в километре от дома посреди леса. Мне теперь ничего не страшно. Да. А чё, какой еще ужасы есть? Ну, есть психологически социальное. Это как? Ну, например, объект SCP-1471 мобильное приложение. Как понятно из названия, это программа, которая ставится на совершенно любой телефон. От айфона до звонилок на джаве. Все, что она делает, так это присылает или просто включает изображение на телефоне с места, где находится хозяин телефона. И на фотке всегда будет 1471. Существо с головой в виде черепа волка. А при чем тут психологический ужас? А при том, что к объекту прикладывается из история одного пострадавшего, который страдает главной болезнью современности – одиночеством. Причем до той степени, что он уже тупо привык к этому существу. Ведь чем чаще ты с ним контактируешь, тем больше эта гадость начинает просачиваться в реальность. Сначала ты видишь ее очертания в темном переулке, потом за окном дома, а потом тупо здороваешься с ней по приходу домой, как будто эта тварь часть твоей семьи. То есть одиночество дошло до того момента, что ты перестаешь видеть в этом монстре Монстра. Он вроде как на тебя не нападает, но зато с ним пустая комната не такая уж и пустая. Да, действительно жутко. Учитывая распространенность одиночества, этот объект, наверное, популярен. Да, но ты не хочешь знать почему. Почему? Ты не хочешь этого знать. Ладно, ладно, Господи. А есть что-то такое же? Ну да, есть, например, SCP-2118 «Потерянное дитя». Когда она начинает говорить со взрослым, у которого погиб родной ребенок в возрасте до 18 лет, то тот начинает слышать голос своего отпрыска. И что самое жуткое, последние слова им сказанные, вплоть до истошных криков, предсмертных слов и бульканья воды в легких. Жесть. Жесть. А также есть объект, которым в каком-то смысле высмеивает некоторые социальные или психологические явления, как, например, СПГС. SCP-1074 Кошмар Стенделя. Эта картина ментально влияет на человека, который на нее смотрит, и заставляет его искать в ней глубокий смысл до потери сознания. Ну, допустим, а есть фундаментально другие способы напугать читателя? Как ни странно, но есть. Так делает SCP-3008, абсолютно нормальная старая добрая IKEA. Звучит совершенно нормально, не вызывает никаких подозрений. А что это? Икея. И в чем прикол? Ну, смотри, внутри это абсолютно нормальная старая добрая Икея с несколькими но. Во-первых, магазин абсолютно пустой. То есть товары там есть, а вот людей... Нет. А во-вторых, она в несколько раз больше обычной Икеи. В документе написано о 10 километрах квадратных. А, ну еще там есть монстр, одетый как консультант Икеи без лица. Ну так а что в этом страшного? А жуть нагоняется использованием ламинального пространства. А, я слышал об этом. Это типа как в Бэк... Back... Заткнись! Ты не понимаешь это другое. Да вроде одна фигня. Знаешь что, я тут навел порчу насрать и попадание в бэкрумс, так что жди. Ну ладно, ладно, продолжай. Так вот, ламинальное пространство это место, которое ощущается странно. Как будто бы они находятся в переходном состоянии, в котором вроде как все обычно, но в них что-то не так. И вот бесконечная Икея, это прямо оно. Просто представь, что ты попадаешь в знакомый тебе магазин, в котором вроде все так же, как и обычно. Только людей нет, свет приглушен и нет обыденного шума посетителей. Некомфортное состояние. Вот давай проще, лиминальное пространство это как зловещая долина, но по отношению к окружению. Во, описание лучше я придумать не смогу. Так вот, представь, что на километры во всех направлениях есть стеллажи и товары и кей, там абсолютная тишина нарушаемая завыванием люминесцентных ламп, а больше ничего нету, абсолютная пустота. И ты там бродишь до бесконечности. Не хотел бы я там оказаться. И я тоже бы не хотел. Из такого же элементального есть SCP-398 встречающий холл. Кажется, бесконечный коридор с дверями, за которыми каждый раз открывается что-то новое. Или же SCP-1165 аномальная городская территория. Как понятно из названия, это маленькая часть города, в которой никого нет. Дома из начала или середины 20 века. И если зайти в этот переулок не с той стороны, то можешь попасть в бесконечное элементальное пространство где ничего не меняется и становится все страшнее и страшнее. А также в фонде есть просто жуткие рассказы, например SCP-3001, красная реальность. По факту это карманное измерение, в котором нихера нету. То есть буквально нихера нет. Но жуткость состоит в том, что один из ученых фонда попал в это измерение вместе с компьютерной панелью с функцией диктофона. И он пробыл там почти 6 лет. Но это не самое жуткое. Чем дольше ты находишься в этом измерении, тем меньше в органике становится структурного. То есть он очень медленно превращался в жижу, но при этом ничего не чувствуя и без возможности умереть по собственной воле. И вся его история это диктофонная запись бедолаги доктора, который сходит с ума. Ведь все что у него есть это красный огонек панели и понимание, что он медленно превращается в бесформенного слайма. Тоже жуткое говно. И давай я все это полирну SCP-3515. Это картина углем, на которой изображено мертвое дерево на холме. И если заснуть в комнате, где есть эта картина, то тебя куда-то телепортнет. И с этим опять же есть история. И ученые решили выяснить, а куда это это пешет людей и снарядили бедолагу из класса D. Он уснул в фонде, а проснулся в своем старом доме. Он в нем жил рос. Одно но. Весь дом был под землей. Ну и чтобы выбраться, естественно, надо было копать вверх. Чем бедолага и занялся. Он постепенно выкапывался вверх, не забывая отдыхать и укреплять тоннель. Но через какое-то время он начал находить обрывки одежды и обуви. Как будто бы ничего странного. Но эти обрывки были похожи на одежду класса D, в которой... И он был одет. Далее пошли оторванные руки и ноги, которые опять же были очень похожи на его собственные. Он психанул и решил выбраться во что бы то ни стало, и откопал свой же труп. После чего Тонель обвалился и связь с Дэшником оборвалась. А знаешь, как объект называется? Как? Самокопание. О, -о, О! Глубоко! Во всех смыслах. Знаешь, я потихоньку начинаю. Что? Что у тебя там? Та да, сраная игрушка обезьянки. Не знаю, какой сукин сын ее придумал, но отдать ему должное. Он ненавидит детей сильнее, чем я. Она с колокольчиком? Да. А, это SCP-983. У нее дурацкая способность. Она активируется, если рядом с ним находится человек, у которого день рождения. И что тогда? Тогда человек начнет стареть в год за три секунды. О, нет. Стоп, что? Только не говори. Сейчас декабрь? На улице плюс 30, часть сентябрь. А, ну, слава богу. Как ты... Неважно. Пошла в жопу, мелкая тварь! Объект SCP-983, Мининная обезьянка. Класс объекта «Безопасный». Заставляет именинников очень быстро стареть. В иных случаях безвредно. Для человечества не опасно. Но она занимает место на складе. Уничтожить. Ты же сказал, что она безопасна, если ты не именинник. А ты бы не разозлился, если бы тебя пнули. Справедливо. В следующий раз буду знать, что у уродливых детских игрушек тоже есть чувства. А под чем вообще эти все статьи пишут? В смысле? Ну вот из того, что ты сказал, это безумие какое-то. Все совершенно разное. Это, конечно, классно, но откуда они их столько берут? Ну, учитывая, что фонд это по факту интернет-проект, то ему присущ постмодернистский стиль. Поэтому очень много объектов является переосмыслением того, что реально есть. Городских легенд, древних мифов, поп-культуры, теории заговора, крипипаст. О, О, звучит интересно. Давай по нарастающей. Тогда начнем с того, что старше. Древние мифы. SCP-3200 Ананта Шеша это одна из форм бога в индуизме. В фонде же это просто гигантская по виду мурена. Объект не особо активничает, но когда все-таки бодрствует, его кормят классом D. Ведь монстр начинает выделять слизь, из которой делают амнезиаки. Амнези что? Амнезиаки. Препараты, стирающие память. Их много, но не про них сейчас. Или, например, SCP-526 Врата Вальхельма. Но тут все и так понятно, как мне кажется. А что по городским легендам? Тут все куда интереснее, ибо байки попадают на сайт со всего мира. SCP-6979 – это симпатичный внешности девушка с бледной кожей и черными волосами. А из особенностей – медицинская маска. Она находит пьяненьких офисных клерков в закоулках Токио, спрашивает их, симпатичная ли она. Если человек ответил «нет», то она его убьет. Если да, то она снимает маску, под которой будет видно обезображенный рот девушки, и она своими ногтями подправляет морда Педолаги. Это прям почти дословный пересказ старой японской легенде о Кутисаки Онна. Примерно такая же история и с SCP-256. Знаешь, кто ехал издалека долго? Кто? Черная Волга. Да ладно, серьезно. Советская городская бабайка стала объектом фонда. Как ни странно, но да, именно так и случилось. Причем описание вот почти ровно такое же. Она сама по себе едет, причем она оторвалась от Мокфонда на скорости больше 200 км в час. Мда. А по поп-культуре что? Ну, тут ребята были чуть более заинтересованными. Например, SCP-3470, месть Гарри Поттеру. Да угадаю. Это проклятая Ива. Нет. Змея? Нет. Палочка? Нет. Шахмат? Нет. Метла? Так, хорош. Кольцо? Это из Властелина колец. Шкаф телепортации? Это хроники Нарнии. Ментоловые сигареты? Это хроники Ридика. Серебряный крест Доминика Торетто? Я потерял ход мысли, о чем речь была. Месть Гарри Поттера. Так, а что это? Форт Ангелина 105Е. Ну, та машина, на которой Гарри с Роном прилетели в школу во второй части. И эта машина теперь мстит всем, кто встретится ей на дороге, ибо она их ест и откладывает яйца. Действительно, месть Гарри Поттеру. Что еще есть? Есть еще и SCP-2901, человек-мотылек. По сути, 2901 это существо, которое превращается в ту бабайку, которая представляет 70% ближайшего населения. И фонд просто раскрутил машину дезинформации, чтобы поддерживать слухи о Мофмане, дабы жители себе его и представляли. Ведь поймать тварь у них так и не получилось, а человек с мягкими крыльями, который раз в месяц пугает детишек, ну не такой уж и опасный. Слушай, я могу понять все. Поп-культура, городские легенды, крипипасты, но теории заговора. А что ты так удивляешься? Вполне себе рабочая схема. Ну вот смотри, как ты думаешь, зачем Дисней снял мультфильм «Холодное сердце»? Бабки. Ну, как будто бы да, но ходит конспирологическая теория о том, что где-то в недрах Диснея заморожен труп собственно, Волта Диснея. И чтобы отвести взгляд, компания сняла мультфильм с названием Frozen. Якобы, чтобы Google выдавал в поисковом запросе именно фильм, а не теорию заговора. Нахера им труп дохлого аниматора? Это очень хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Но в фонде есть объект SCP-2805, замороженный Дисней. Это голова бизнесмена в криогенной камере. И если на нее посмотреть, то в течение 24 часов с тобой свяжется тот самый Walt Дисней и поделится с тобой надеждами об Будущем его компании. Я не знаю, где больше смысла, в статье или в шизотеории. Скорее всего, их и там, и там нет. Короче, смотри, я все понял, я все теперь знаю. Фонд — это библиотека тотали жутких монстров и рассказов. А теперь говори, куда идти и что делать. Ну, не сказал бы, что все рассказы объекты прям жуткие. Типа, есть просто странные объекты, которые странные, потому что странные. А есть меланхоличные истории, которые также приятно читать, как и жуткие. Да господи, получается, я не все знаю. Смотри, Пример SCP-504 – помидоры критики. Как только красные засранцы слышат недалеко от себя неудачные попытки пошутить вслух, они разгоняются до скорости 160 км в час и направляются в источник звука. И давай теперь о чем-то меланхоличном. SCP-1762 – куда исчезли драконы. История о том, что как бы нам не хотелось, но фантазия умирает раньше нас самих. Объект себя представляют обычную коробку из-под перекрашенную баллончиком, на которой есть надпись «Тут вводятся драконы». И из раза в раз из коробки вылетали драконы из бумаги, которые пытались найти создателя, того юноша, что придумал их мир. Но коробка-то находится в фонде. И создателей там нет И каждый раз когда появлялись драконы Их становилось все меньше и меньше Пока не исчезли совсем в войне против другой Выдуманной расы внутри их фэнтези мира И на коробке поменялось название С здесь водятся драконы На здесь водились драконы Звучит и аномально и печально Есть даже свои милые маскоты В этом сраном мире есть что-то милое Я не вижу. А зря ведь у нас есть SCP-131 капли глазики Маленькие милые создания В форме капли ведут себя как щенки также быстро привязываются к человеку. Чего у вас только сука нет, но тем не менее все это написано в одном стиле, одним и тем же полотном текста. Мне бы в какой-то момент все это начало бы надоедать. Такподача и материала не всегда однотипная. Например, SCP-2521. Это как? Ну вот как-то так. Особенность его в том, что он телепортируется к человеку, который говорит или пишет о нем. И чтобы избежать экзистенциального страха монстра у сотрудников фонда, весь его файл был изображен в виде неких комиксов, объясняющих его способность, условия содержания и историю. Или же объектом может быть игра. То есть не фан творчества по фонду, а именно что объект сам по себе А также есть интерактивные статьи, которые полностью меняют оформление сайта Ну вот это тоже звучит прикольно В этом-то весь и прикол, какой бы объект для чтения ты не выбрал Человек, ты пример знать, что... меня, просто приложи меня к лицу Сделай нас единым, сделай нас единым И ты тогда получишь целую тысячу круток у тебя стопроцентный шанс выбить любимого персонажа. Я получу что? А, нет, спасибо. У меня есть вкус. Всего доброго. Что ты там бормочешь? Настраиваю себя на положительную связь со вселенной, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Слушай, хорош ныть. По совершенно случайному стечению обстоятельств за кадром я подробнейшим образом сказал тебе, куда идти и что делать. Да помню, я помню. Ты мне лучше скажи, что после 2012 года было. Да что было? Всякое было. Само собой, сразу нашлись люди, которым было мало читать текст, и они хотели чего-то большего, и пошли делать всякое. Ну давай по порядку игры. После Containment Bridge была Secret Laboratory, которая обузит ту же концепцию с нарушением условий содержания, но дает возможность играть как за класс D, так и за ученого, охранника или повстанца хаоса. И у каждого своя цель на игру. И ко всему этому прилагается Voice Chat, что делает катки в этой игре куда веселее. Но если обе эти игры до сих пор живы, то вот SCP Unity увы нет. Даже несмотря на то, что игра развивала идеи Containment Bridge, в ней было много... Чё это? Похоже, повстанцы хаоса тоже тут заспавнились. Сука, из любой дырки лезут. О а чем там я? А, да, SCP Unity. В ней было много нового, и график там была покрасившая. Также выделяется шутер SCP Pandemic, или как он сейчас называется, SCP 5K. Визуально прям вообще кайф. По ощущениям, это как смесь Таркова, Колды и Killing Флор. Можно проходить одному, но в коопе интереснее. А также есть похожий проект, вроде SCP Ground Zero, но это шутер на порядок хуже. А из крупных и выдающихся проектов не могу не отметить SCP Secret Files где мы играем не за класс D и не пытаемся выжить, а за работника архива, который попадает в несколько разных историй, каждый из которых будет немного отличаться стилистически и геймплейно. А дальше... Тут, понимаешь, в чем проблема? Я никогда не смогу узнать, сколько существует игр по этой вселенной. Потому что чаще всего это прям небольшие и супер нишевые проекты, на которые чаще всего учатся создавать игры. Что на самом деле даже хорошо. Вселенная есть, а значит есть люди, которые захотят в свою игру поиграть и оценить. Также есть ассеты и референсы на то, как что должно выглядеть. Типа по той самой лестнице существует игры 4 или 5. Причем с одним и тем же геймплеем. Есть пару игр, где ты должен в лабиринте от деда бегать есть игры, даже про кекизные объекты вроде SCP-329J, то есть игра про дорожный знак, который умеет разговаривать человеческим голосом. Ну и рофильному объекту такая же игра. Могу это продолжать бесконечно, но хочу закончить на милейшей игре про полукошку Джози. Игра небольшая, но всем фанатам стрей такой проект должен понравиться. На самом деле самым большим поставщиком стороннего контента являются художники, которые рисуют отдельные объекты или яркие моменты истории фонда. Но я при всем же желании не смог бы рассказать про них всех, так что давай я расскажу про то, что более трудозатратно. Короткометражки. Тут такая же тема, как и с играми. Их такое большое количество, что охватить все мне не получится. Во-первых, канал Forland Foundry, который экранизирует некоторые объекты, как например, ту же лестницу, кекизные помидоры, кофемашину и многое другое. А также рассказы вроде красной реальности. Хотя и 3D проекты у них на канале тоже есть. Канал ZAP сделал трехсерийный сериал про фонд. Есть анимационный проект Confinement, про агента класса D, который постоянно возрождается, его постоянно отправляют туда, где он может сдохнуть. Также есть Evan Royalty, который снимает милитаристический взгляд на работу фонда. Ведь его истории про сотрудников МОК, которые идут захватывать объекты. И так я мог бы продолжать бесконечно. В гугле ведь тебя не... В Бинге тебя не забанили, захочешь найти, найдешь. Также появилось множество YouTube каналов, которые либо читали оригинальные статьи объектов, либо рассказывали о лоре фонда, либо обсуждали новости фонда. Проводились конкурсы, писались новые статьи, рассказы, комиксы, манги, игрушки, артбуки, косплеи, сходки. Фандом потихоньку рос и развивался. Ты это сказал с такой интонацией, как будто что-то случилось. Ну, как бы да, но не случилось чего-то, чтобы уничтожило фонд. Само собой, когда ваша вселенная так разрастается, в ней обязательно найдутся два и более человека, которые не сойдутся взглядами. Такого было много, но перебирать каждый скандал будет пустой тратой времени. Ну, например, есть такой художник Тревор Хендерсон. Он создал Сиреноголового, что в свое время стало бабайкой сезона, которая будет звучать отовсюду, пока дети не успокоятся. Ну и само собой, кто-то решил сделать на его основе SCP-объект. Но администрация встала в позу и отказалась его брать к себе на борт. Были аргументы за и против, причем с обеих сторон, но по итогу не видать громкому монстру условий содержания. Хотя странно, почему бы и нет, Сайрен Хэт вполне вписывается в странный бестиарий фонда. Такой прикол случился из Бэкрумс, и вот... Тут все чуть менее однозначно. Если мы берем только тот самый офисный уровень, то вписать его как камерное измерение можно. Но сам Бэкрумс перерос оригинальную крипипасту и сам уже насчитывает больше тысячи уровней. То есть он сам стал в каком-то смысле наследником фонда по бабушкиной линии. Ну и не сказать, что администрация сайта типа святая. Она тоже иногда исполняла фрустрирующие приколы. У них, например, есть идея фикс относительно авторского права. Чтобы все, ну вот прям все при все на сайте было копирайт фри. То есть в фандоме сейчас нет того, с чего все и началось. Админы приняли решение удалить фотографию скульптуры из его дела. А все потому, что это работа конкретного художника. И тут, конечно, разрешил вывесить ее на сайте. Но вот монетизировать товар с его изображением нельзя. Почему? Потом объясню. Был объект SCP-1926 Тихони. И в какой-то степени он пользовался популярностью. По нему рисовали арты, делали игрушки. Вот только человек, написавший эту историю и сделавший игрушки, не тот же человек, что и написал историю. То есть кто-то просто переписал то, что уже было. Но изначальный автор был так-то не против. Да и в самой статье были ссылки на оригиналы. Но, well, модерацию это не убедило и объект снесли с сайта. И вот таких вот приколов много. То кого-то забанит из-за дурацкой шутки, то насчет правок драться начнут. Короче, все как обычно. Но в 2018 году случилось то, что никто не мог ожидать: поменялся логотип фонда. Но, не фундаментально. Главная проблема это была в том, что сайт позиционировал себя как собрание писателей вне политики. А данный, с позволения сказать, мув, это поддержка конкретно политического движения со своими взглядами и идеалами, с которыми многие на сайте были не согласны. Попытки донести эту информацию встретил Банхаммер от администрации. И многие люди просто ушли из фандома и сделали свое SCP. Проект называется RPS. И в значительной форме он похож на ну, на материнский проект, но в нем много отличий и улучшений. Также не все хорошо было и самим фандомом, ведь он рос и развивался во все стороны. Но как это обычно и бывает, когда что-то становится в достаточной степени популярным, то у этого фандома начинают появляться паразиты, которые высасывают из пальца свой контент, лишь бы запихнуть хайповую тематику видео. Для примера возьмем Алоэ Веру. Господи, она сняла что-то около 50 видео про SCP. Большая половина из которых про один единственный объект. Про гребаную горку. Причем про сосание из пальца я ж сука не шучу. SCP горка пожиратель против 100 слоев еды челлендж. SCP горка пожиратель против 100 слоев фольги. Сиреноголовый против SCP горка пожиратель в реальной жизни 100 слоев челлендж еще и превью эти проклятые. А может это тоже объект? В каком смысле? Ну, я не знаю. Проклятая камера, которая питается счетчиком просмотров и заставляет человека снимать всякую дресню. Отправить отряд мог по адресу. А что ты знаешь об этом? Не подумал, надо будет проверить. А что это за имена на экране? А это это высокопоставленные сотрудники фонда. Они упорно трудились, защищая мир от аномалий. Упорно ловили те самые аномалии, после чего упорно их изучали. Эти ребята лучшие из лучших в нашей организации. Там был Райан Гослинг. Да, мы нашли вселенную, где он не умер в конце драйва и предложили ему поработать у нас. А он что? Ничего. Молча нас выслушал, попросил зубочистку и пошел на задание. Хотел бы я быть как он. Эх, все бы мы хотели быть как он. Все. Да, так что там по кринж-роликам? Да ничего, ее я взял чисто для примера, ведь таких каналов сотни. Плюсом появились сети, которые нанимают профессиональных аниматоров, которые будут рисовать анимацию тоже для детской аудитории. Проблема в том, что такие проекты отъедают аудиторию у людей, которые действительно продвигают идеи фонда в массы и убивают их каналов на сайте. С одной стороны, это честная конкурентная среда, а с другой ничего честного в ней нет. Но так скандалы, интриги, расследования так или иначе происходят, что может быть даже хорошо, а то без них было бы совсем скучно. Но но все-таки случился один скандал, который встряхнул сообщество и за пределами фонда. И чтобы был понятен весь контекст, то я должен рассказать про самый интересный и самый проблемный филиал SCP. Русский. Во-первых, это самый первый филиал фонда. То есть люди на 2 часа собрались и решили переводить такое явление как SCP. И на Вики до 27 июня 2010 года был создан русский филиал сайта. Позже ребята договорились с американским отделом фонда и стали официальной частью фонда. Только потом появились корейские, японские, португальские, чешские, вьетнамские и другие филиалы. И что удивительно, Ру сегмент позволял себе эксперименты, которые потом главный отдел перенимал себе. Вроде новостного отдела филиала, который позже появится и в англоязычном вики. Или кто-то из активных участников собрал несколько художников и начал продавать артбуки. Опять же, на западе такой практики в фонде до этого момента не было. Причем ру филиал не только переводил тысячи и тысячи статей, но и писал свои собственные, отталкиваясь от местной эстетики и фольклора. Казалось бы, все хорошо, но тут 5 июня 2017 года гражданин под подлитеры Д зарегистрировал товарный знак на название и логотип SCP гражданин под литерой Д, типа Дубровский, Чему конспирация? Данный гражданин, как Волан-де-Морт, он не любит, когда его называют по имени. То есть погоди, он по сути присвоил себе все то, что принадлежит конкретным авторам? Ну и да, и нет. Короче, все опирается в лицензию Creative Commons Attribution Share Like 3.0. Это свободная лицензия, которая, если говорить просто и с оговорками, устанавливает всему фонду статус всемирного достояния. То есть, если я захочу сделать игру, фильм, сериал или видео про какой-то из объектов, то мне достаточно будет просто поставить ссылку, ссылку на оригинальный текст и обозначить автора. Я могу даже на этом зарабатывать, и при всем этом мне не нужно спрашивать разрешение у авторов оригинала. Но! Я также не имею права воспрепятствовать тем, кто хочет воспользоваться моей работой по фонду. Все, что я вправе требовать, это указать меня в качестве использованного материала. Может, цитируемого автора? Да, ты прав. Так, звучит лучшим. Спасибо. Так вот, звучит офигенно, потому что так по сути и было. Хочешь игру, делай игру. Хочешь короткометражку, делай короткометражку. И тут приходит гражданин под литера Д и говорит, что теперь торговая марка SCP принадлежит... Ему, а он-то вообще святой человек, ему-то она нужна для крупнобюджетного фильма. Правда, на деле он отжал оригинальный паблик Руфонда, угрожал закрытием магазину с мерчом, прикрыл продажи настольной игры и попытался отжать сайт русского филиала через Роскомнадзор. И у него ничего не получилось. Поэтому он сделал зеркальный сайт, где вместо кнопки «Написать статью» была кнопка, ведущая на магазин с артбуками. Вой поднялся, само собой не шуточный. Причем, во всем мире. Ведь торговый знак нарушал одно из главных правил открытой лицензии о запрете юридических ограничений. А торговая марка ограничивает открытую лицензию. И тут весь мир объединился против гражданина под литеры D. И собрал 150 тысяч баксов на судебные тяжбы с ним, а остаток положил на будущую юридическую защиту. Суды были, считай, впустую. Пока сам гражданин под литеры D не отозвал торговую марку. И теперь фонд снова свободен. Причем во время этого противостояния подключились по-моему, вообще все. И это в какой-то степени стало еще одной волной популярности фонда. Ну и случалось всякое: от глупости вроде попытки поднять возрастной ценс на сайте, что не изменил бы ничего. До удачного сбора средств на операцию доктору Гирса, который написал огромное количество уже классических статей. Короче, фонд будет жить еще очень долго если ты мне поможешь. Так, что от меня требуется? Я тебе соврал о сборе информации о фонде. Не для защиты от монстров она тебе нужна, а для сохранения. Что? Ты взял ту флешку? Ну да. Так вот, на ней вся информация про фонд. Со всеми своими архивами, файлами и исследованиями. И главная твоя задача – ее сохранить. Приятно было иметь с тобой дело, мой друг. Подожди! Надо было раньше его спросить, как мне к нему обращаться. А то будет странно, если я начну кричать свое имя. Да и вдруг его зовут иначе.